сражаться с ним, потому что нет завтра. Есть только нынче. Живи для него, и если твое нынче хорошо, то оно добро всегда. Растут люди только испытаниями. Хорошо знать это и так принимать выпадающие на нашу долю горести, облегчать свой крест тем, чтобы охотно подставлять под него силу. Если признаешь жизнь не в силе, а в духе, то нет смерти, есть только освобождение от тела. Мы познаем в душе нечто такое, что не подлежит смерти. Отдели только в своей мысли то, что не телесно, и ты поймешь, что в тебе не умирает.